Самое главное, сегодня это прозвучало, мы об этом говорили, это создание пространств, которые бы были бы интересны, которые были бы удобны, которые были бы востребованы населением нашего региона, причем всех возрастных срезов, всех слоев общества. И второе, о чем сегодня было сказано, что лежит в основе, это долгосрочное планирование с учетом нашего архитектурно-исторического кода Тверской области, потому что можно много чего делать, можно много куда бежать, но можно просто раствориться, и я полагаю, что основой нашего кода является история, культура, религия традиционная, православная. Это наши народы, это русские, карельские, украинские, белорусские, все, кто здесь исторически жили на территории. И сегодня это полная гармония, вот, на мой взгляд, и на взгляд общественности, что мы сохранили свою вот, историческую и культурную, и, наверное, территориальную идентификацию. Вот это, мне кажется, самое главное. И вот ревитализация, она как раз нацелена, чтобы быть современными, чтобы быть экономически привлекательными, но при этом не раствориться вот в этом потоке истории, чтобы нас просто не смыло, чтобы мы не стали безликими, как территория, а просто там апеллировали бы цифрами, доходы, расходы, квадратные метры, дороги. Это очень важно, потому что как и человек растет, он остается личностью, так и территория, на которой растут и трудятся многие-многие поколения людей. И вот мы сегодня как раз об этом говорили. Вот, например, там Торжок – это там, тысячелетняя история, 10 веков. Тверь – 9 веков. Это Кашин, Коляд. Это много. Вышний Волочок – это все практически наши Осташков, там, Ржев, Зубцов. И каждому муниципалитету нужен свой подход, индивидуальный подход. И поэтому развитие каждого муниципалитета происходит, наверное, по самой главной оценке, сколько людей хотят в нем жить, сколько людей хотят в нем работать. И численность населения в среднесрочной времени, перспективе показывает будущее этого муниципалитета. Игорь Михайлович, ну сегодня прозвучали конкретные проекты, много слышали про преображение Морозовского городка, но вот теперь официально можно говорить об особой экономической зоне Имаус и о том, что в Твери появится новое мультимедийное пространство на набережной Лазури. Да, это основные флагманские проекты, Морозовский городок, «Моя Россия» проект, под который переоборудуется бывший троллейбусный парк, это будет общественное пространство. Сначала был план там сделать жилье, но по общему мнению, это общественное пространство, которое будет находиться в удобном, доступном месте, куда могут приезжать все жители Тверской области и гости нашего региона, особенно это касается молодежи, детей. Это должно быть современное направление такое, которое уже есть в других регионах. Я думаю, что мы тоже не отстанем от этого процесса. Дальше проект «Тверекс», по которому мы уже 5 лет говорим, условия все созданы, все проекты есть. Сейчас идет завершающая финальная стадия утверждения проектировки. Мы думаем, что уже в этом году начнется первая строительная работа на территории по созданию общественного пространства. Особенно вот сейчас в первую очередь это будет приоритет культурного центра на территории Тверекспо. Конечно, это муниципалитет, это Ржевская агломерация, Ржевско-Зубцовская, Старицкая, если так сказать. Мы смотрим такое комплексное развитие. Это Осташковская агломерация, вот вся та страна вокруг Селигера. Как мы говорим, у нас даже такое выражение было изначально, скажем, в городе Селигер, потому что у нас, казалось бы, что это озеро, но столько много городков вокруг маленьких, и в центре находится город Осташков, потому что все эти населенные пункты, они уже стали как города, потому что большое количество дачников, поселков, которые имеют уже свою архитектуру, свое население, и эти поселения сельские, они уже действительно настолько выросли, пользуются популярностью. Это Вышний Волочок, это Торжок, это Кимры, Кашин, Колязин, Удомля, Бежецк. Это все наши активные участники проектов по развитию территорий. И
и особой экономической зоной Маус. Особой экономической зоной Маус – это отдельная тема, конечно. Это развитие промышленности, новых рабочих мест, которые поддержал президент. На прошлой неделе пришло уже окончательное согласие администрации президента, которое подписано лично Владимиром Владимировичем, о том, что он поддерживает идею создания экономической, особой экономической зоны Маус. Это очень серьезное направление, куда будут вынесены производства, в том числе по продуктам питания, по современное производство, высокотехнологичное, где мы полагаем, уже будут работать новые молодые компании. В том числе, если говорить вообще про новые рабочие места, интересные проекты, это центр города Твери, завод «Элтер» на берегу Волги. Мы тоже отказались от строительства коммерческого жилья, просто, так сказать, от такого, можно понять, тупого освоения территории, когда просто там строят жилье, там квадратный метр умножат на рыночную стоимость, и получается доход застройщика. Там будет сделана новая зона, новая территория, зона развития IT-предприятий, и мы считаем, что это будет одной из перспективнейших точек роста, особенно для уже IT-специалистов. Причем это место даст развитие прилегающим территориям, которые, ну, тоже, думаю, будут двигаться в ногу со временем.